прокачать. Там двадцатку. Ну, лежит 20... она в холодильнике. Двадцатка хп вообще нормально. Да-да. Мне же советом 19-ка было. Там, видишь, нам есть... нужно будет одну профессиональную, у которой будет прокнувшая хп. Есть такие, чё? Тебя опять выбило. А чё тебе пишешь, тайм-аут? Да, тайм-аут. Ты, короче, заходишь, встаёшь тут уже, и тебя выбивает. Всё, компьютер не держит этот. Когда бан, you have been kicked from server. Окей. Сейчас я точно зайду. Опыт есть. Не один раз банили. К сожалению. Не знаю чему, но к сожалению. Так, окей. Я тут. Сова моя тут. Хватит, ты быстро загрузился. Веди, Сусанин. Ой-ой-ой, секундочку, стоп, что тут, какие кнопки нажимать? Секундочку. Перебиндил стандартное управление, да? Перебиндил управление, сломался, Альберт, всё. Так, надо искать. Здесь где-то должен быть склон. Так и давай ты к турке просто ебанём, да, и всё. Да не-не-не, зайдём с чёрного входа, как европейцы, ты что? Зачем это? А мы не европейская страна, у нас большая часть азиатская. Кто? Ваша? А. Нашёл дыру. Ты ну, бас. А где она? Вот я прыгаю над ней. Да, давай. Я просто сел на землю, и она вот. Стоп, это что за дыра? Это не та дыра. Да нет, что. Не-не-не, ты не то нашел. Это пещера. А там не пещера. Не-не-не, там другая пещера. Тут подъем в замок идет. Не-не-не. Это чуть-чуть не то. Опиши дыру. А там просто структуры такие, знаешь, типа декоративные, да? А это не декоративные? Не, это не то. Все, я нашел. Где? Сейчас подлечу. Я прыгаю на дверь. Назад. На 180 градусов вижу. Назад. Че, куда? Вниз. Так я ж этот вход нашел. Изначально ты сказал, что мы сюда не идем, здесь тут. А, так это задний вход. Там другой вход вообще с болота. Сын у вас. Я тебя не понял. Ты меня, я тебя. Ты не уверен, понял. Что тут нет ничего? Ты прочекал вообще, скажешь? Ну давай, бахай. Так, пацаны, встаем за стены, чтобы не разыбало. Вот есть грапы. Да. А можно мне 2-3? Спасибо. 16. 2-3. Это половина моих. Так, секундочку. Кашечкой здесь работаем, потому что я все не прочекал. Я вижу что-то тековское. Нифига ты червь. Нормально, да? Ага. Так, и давай загоним сюда живку, наверное. Ты видишь турели? Ни одной не вижу. Знаешь, как медленно рисуешь. Так, я пошел вниз. Давай так. Нари на парашюте. Вижу тег. Куча тег. Теги-ты какие-то. Так, сейчас прочекаю секунду, что внутри здесь. Сова имеет способность. Нет. Внутри пусто, докладываю. Насколько? Абсолютно. Поживки ты имеешь? Вообще всего, ничего там. Трансмиттер вижу. Здесь гига стоит и какой-то челик. Ну это же что-то кормящееся. В этом ангаре, куда я лицом воткнулся. Второй, давай его вскроем. Не-не-не, не надо, подожди, не вскрывай. Пока не вскрывай. Здесь пусто. Нас наебали. Хули нам.
Не, так подожди, подожди. Сишки по там трансмиттер залоченный есть. Трансмиттер — это хорошо. Кровать никак не называется, трансмиттер залоченный. Роняется с одной сишки. Кто трансмиттер? В смысле с одной? Да. Но он на фундаменте стоит. Ну давай, давай. Ща я манагу притянул, потому что я задавал с пешком бегать. А умеет видеть топурловий этот? Диких, да, насчет таких. А риперов интересно. Я думаю, вряд ли. У нас есть паразавр, это не... У нас газбакс есть. А, ну газбакс — это такое себе. Трансмиттер пустой. Давай вскроем будку, глянем, что тут. Так я тебе могу и так сказать. На сове, ну, можно так... лицом чек. Там ничего, там просто все пусто. Пустое, ну, пустое просто пространство. А вот, вот тут что? Нет турок, да? Стой, 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 там так турки, аккуратнее. Там внутри админ бегает. Я частиктуру варпнула. Ты где? Слышишь? Что? Я снаружи. Админ зашел? Да, админ зашел. Мы будем драться или нет? Да будем, будем. Давай подеремся. Ты где? Я... Меня частиктура на улице выкинула. Вот я тут. Ну давай, давай, залетаем. Граненьки есть? Граненьки есть. Давай я стену просто вот тут сбоку вскрою. Или... Да, он тут стоит, он смотрел на меня, как я лицом чекаю. Вскрывай давай, сейчас залетим и попробуем убить. Проблема... Я и потолок, наверное, лучше даже буду вскрывать, потому что проблема в диге. Они... Проблема в диге же. Сколько сишек здесь? Работает их 6? Не работает. Или работает? Я большую дырку вскрою, чтобы я мог пролезть. А вот админ. Дропай его. Души его. Давай. Он в ГТМе. Он в ГТМе. Да, грустно. Жаль. А он не будет из ВЦМ вылезать? Я не знаю. Контрю его, контрю, давай бахай дот, забираем шарды. Мне бахать? Бахай, а что ты? Там все вскрылось, да? Да. Но он не выходит из админки. Ну тут нету ничего. Сейчас тебе став нарисует. До свидания. Я могу его грабнуть? Я могу грабнуть. Кататься. Все, заграбай. Я админа украл. Я украл админа. Изи. Он меня бьет кулаками. Где, 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 не вижу. Вон у меня на носу стоит. А он админскую винтовку достал. О! Нормально. Опа, Alt F10. Просто за тупость нас покарал. Я, короче, сейчас в Дискорде скину, что, типа, этот... видосик во флут. Ну, кидай. Эти граники, фиганики, да. У меня граники, так винтовка, да. Да, нормально. Давай, фу. Могу я залить, если хочешь.